Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор на маленькую, не пиздюка, не на маленького пиздюка, а на маленькую пиздючку. Как оказалось, это она. Обзор я не делал с обновы, потому что я поиграл, прокачал. Если вам будет интересно, я открою видос с прокачкой, как я ее прокачивал, как ее докачал, а потом, когда докачал там на первую эволюцию, вообще просто забил, потому что герой оказался просто днищем, говном полным, то есть неюзабельным. В некоторых ситуациях, да, он будет кайфовый, но в универсальности всему он просто один из тех героев, который просто, не имеет места даже в алтаре. Чисто ради прокачки силы на 12-12 я его прокачал, и все-таки сделаю вам обзорчик, покажу, почему я его не использую, почему мне этот герой нахрен не нужен, как и вам, в принципе. Возможно, он в некоторых ситуациях будет вам помогать, но вкачивать, вливать в него ресурсы просто смысла нет. Так, ну что, профессор Риббит, атака 9666, 3 шестерки. Жизни, как видите, у него не особо много, 162-380, частота атаки небольшая, скорость движения. Он у нас в кубке, ремочка пятая стоит. Самое основное, это его новый скилл, который прокачан на 12. Он на 12 наносит урон 1340. Вроде урон неплохой, да, в течение 5 секунд. Также уменьшает вот это вот самое дополнение, уменьшает атаку на 20% на 3 секунды, и все. И призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, герой получает иммунитет к урону. Самое основное, ребят, то, что если убивают вашего стража, почему я вам сейчас покажу, убивают стража, герой сразу пропадает иммун. То есть в этом вся печаль. Если бы иммун еще не пропадал, еще куда ни шло, было бы как-то интересно. А так очень быстро сливают стража, сразу пропадает иммун. И герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим энергию. И получается, что у нас получается? Вот это вот болото гнили, или вот это вот гнили, я вот так скажу, просто бесполезный, потому что его вот это вот страж выбегает вперед, и там жизни у него не особо много, его сливают. По талантикам, что сюда ставить, если уже решили качать, есть вариант ожог, есть вариант каменка. Тестировал с ожогом, вроде как бы хорошо, но ожог блокируется. А у него нету иммуна к молчанке ары. То есть другие есть варианты, тоже блокируются. Поэтому все-таки универсальный будет каменка, потому что по нему будет проходить намного меньше урона. И есть шанс, то, что он зарядится и опять выпустит этого своего стража. Стоит у нас ангел, артефакт я вам сказал. По снаряге стоит опять же доспех, то есть по максимуму жизни плюс 25%. Также отражалка с него работает 15%. По созвездиям он у меня собран на уклонение плюс крит сопротивление, чтобы не критовали там особо по нем. Вот такой вот, хрен его знает. Сейчас посмотрите сами. Вот выпускаем его, вот он пошел, сразу пятая ремочка, вперед пошел его этот. Вот смотрите, его убили, все. Вот он выпустил следующего. Да, вот так канает. Сейчас посмотрим. Все. Вот видите, то есть пропадает его страж, стражи убивают, и на этом все заканчивается. То есть в этом плане немножко неинтересно, может у нас его пофиксят. Урона, конечно, смотрите, как забор ломает. Забор ломает красиво, однозначно. Ну а дальше все, просто сливается, раз-два и все. Пару секунд, и его нет. Чисто забор где-то проломать, возможно, да, возможно, хороший вариант. На PvP локациях, в принципе, как вариант, может он заходить, и неплохо может заходить. Смотрите, сейчас его застанили там или что. А он даже не успел выпустить. И все, его просто слили. Даже не успел под станом выпустить своего этого стража. И его просто слили. Вот в этом как бы основной, скажем так, минус этого героя. Так бы он был бы интересен, я думал, он будет как Ронин. А так, как видите, вот урон приблизительно, да, круто бьет.
Вот сейчас только нету стража, сразу его шатают. И шатают, причем нехило. Но это каменка стоит, поэтому в каменке он еще куда ни шло. Вот смотрим. Опять стража сейчас сливают. Он не успевает следующего стража выпустить. А нет, успел. Все-таки успел. Вот тут, конечно, ангел и каменка. Ну, все. Зона действия, конечно, скилла хорошая, но опять же, зачем эта зона, если герой не стоит нормально и держит урон? Возможно, будет его потестировать, знаете, в пачках, поставить на задний план, то есть у него как бы... Но опять же, его скилл наносит урон. И все. Вот наносит он урон, а дальше что? Короче, такое себе. Единственное, что будет под хил, там будут его отхиливать, он будет все время выпускать своего этого. Но опять, у стража очень мало жизни. Страж ни от чего не защищен, его просто, как видите, шатают очень быстро. Вот все, стража нет, застанили, слили. Жизни у него не 300 тысяч, если бы у него... У нее, у него, ладно, будем его им называть. Пусть это будет какой-то гермафродит. Если бы было бы больше жизни, тогда да, было бы интересно. А так даже, видите, уклонение, оно особо его не спасает. Плюс прокачка на максималку тоже особо не спасает. В некоторых ситуациях, вот я смотрел, нападали на меня, и я был нападал на китайке. Атаковал такого героя иногда на битве гильдии, реально он может поднасрать, потому что если ему будет отхил, он будет вызывать там своего этого стража все время, то есть не будете вы успевать и восстание там, тогда могут быть проблемы, вы можете зависнуть. А так, как видите, тут просто чисто урон, то есть никаких дополнительных умений, как у всех последних героев, нету. Была надежда на то, что будет спасать его вот этот иммун. Но он просто не спасает. Ну вот все, слили моментально. Не успел включиться, слили. А в основном сейчас герои морозят, станет. То есть это немножко проблемно. Давайте его сейчас на арене поставим. Посмотрим. Может что-то интересное получится. Где там он? Вот он. Вот он сейчас выпустит. Ну все. Как бы не особо интересно. Давайте еще на этого нападем. То есть ничего такого, скажем, дополнительного интересного в нем просто нет. Ну, снижение энергии имеет, то есть от стрелка нормально. Вот урона наносит вроде неплохо, а толку от этого. Ну все, его застанили, заблочили. И слили. Забытой. Давайте. Я как обычно пропустил. Так, возьмем вот эту вот пачку. Изменим. Так, где там он? Сейчас мы его поставим немножко сзади. Где-то я его потерял уже. Понял. А, вот он у меня уже здесь стоит. Давайте мы его берем, поставим сюда варлока. А тут сделаем вот так. Его сзади поставим. Поставим Купидона, чтобы включился. Попробуем тыкву. Медузу, чтобы дала немножко урона и вот так вот попробуем. Давайте даже их так впереди. Купидона, его сзади и тыква. Вот попробуем такую связку. Ну, тут, конечно, слабенькие команды. Тут мы должны разваливать, честно, направо и налево. Да. Ну вот его урон пошел.
застанили. Чисто для урона, возможно, есть смысл даже вот если рассматривать в этом плане, поставить ему там грубую силу. Но опять же, он от отражения, по идее, должен умереть. Ну, чисто ради урона, там, если есть варианты, там, бог войны, бастион, что-то такое придумать. А так, честно говоря, ничего в нем особенного нет. К сожалению. Это один из последних героев, которого все пытались выбить, думали, там будет, о, сейчас будет как типа Ронина. Но, как видите, не тут-то было. Ну что, никого с эволюциями нет? Вот какой-то инферно есть, давайте на него нападем. Ну, тут пачки, конечно, сейчас моим проиграют. А может и нет. Да, проиграли. Ну, не знаю, такой себе. Поэтому я на него даже не старался вам заснять обзор, рассказывать про нем. Чисто уже из-за того, что на 12 он еще снижает атаку. Но, честно говоря, это до одного места. Толку от этого вообще никакого нет. Поэтому я даже не знаю. Не качайте его. Если вам уже некого качать, то еще ладно. А так, ну, нету даже смысла заморачиваться. О, вот хорошая пачка, смотрим. Все, нас заблочили. Его тоже заблочили. Его, видите, еще живой. Ну давай, тащи, оправдай. Оправдай свой... Нифига себе. Вот это огонь. Все, ребята, это имба. Это просто имба. Ничего, что там лево было. Ну, это имба. Качайте. Однозначно надо качать. По-любому на максималку он слил некроса. Просто ушатал. Давайте сейчас его одного поставим. Изменить. Сохранить. Поехали. Ну, сейчас, думаю, эту пачку он один затащит. Оу-оу, ничего себе. Смотрим. Да, ребята, это новая имба. Просто имба. Смотрите, что он делает. Просто жесть. Все. Не зря я его прокачал. Короче, вот такая вот хрень, ребят. Не знаю. Наверное, один из последних героев, который никакого удовольствия не приносит. И нафиг не нужен. Вот. Поэтому так вот, такой вот обзорчик был. Пишите, кого вы хотите увидеть еще на обзорах. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем пока.